Всем здорово, ребят! Ну что, как видите, все-таки свершилось. Мы наконец-то сегодня получили, мы не ролили, я выролил Фобу, получили последнего недостающего топового героя на этом аккаунте, и я уже практически скоро его разыграю, то есть завершу некоторые тесты, позаписываю вам видосы и отдам этот аккаунт кому-то из вас, счастливчику, не знаю, кто это будет. Надеюсь, он этот аккаунт не просрет, потому что это топовый аккаунт, на котором есть уже все топовые герои. Единственное, к чему мы не дошли, я не знаю, это нужен этот герой, не нужен, это разруха. То есть тут, по сути, один большой пак доната, и разруха уже есть. В общем, просто бешеные акции на английском сервере. Забрал сегодня я наконец-то оккультиста. Последний, ребятушки, недостающий у нас герой. И у нас уже 90-91 по героям. Вот так вот. Нажимаем use. Надо себя лайкнуть. Нормальная сила у меня. 1,8 ровно. Четенько сделали. Такс, окей. Это десяточка, вторая наша версия. Обалденный аккаунт, я вам скажу. Блин, тут все, что надо для комфортной игры, есть. Единственное, еще немножко ресурсы здесь потом потрачу, потому что буду тестировать разных героев. Так, он у нас уже со скином даже появился. Вот так вот. Давайте прокачаем ему скин на максималку. Вот такой вот оккультист. Нифига себе, посмотрите на этот наборчик, обалденный набор, 4, офигеть. Тоже такой себе хочу. Мне, к сожалению, уже наборы на основу не падают. Так, окей, поехали, докачаем. И вот до стандарта. Стандарт здесь я уже вам показывал. У меня все герои без прокачки снаряги. То есть они доведены до второй эволюции на этом аккаунте. Ну, не все, а те, которых я тестирую. Поэтому я этот аккаунт еще до сих пор не разыграл. Многие спрашивают, когда. Когда-то тестирую героев в такой сборке, я этот разыграю и займусь уже вторым тестовым аккаунтом, на котором я буду дальше прокачивать героев. Ну а пока терпение, ребят, и скоро этот аккаунт будет у кого-то из вас. Так, ну этот, конечно, потоповей будет, чем предыдущий аккаунт. И намного круче, тут и плюхи, тут и герои практически, тут и зефир. Ну, хотя зефир сейчас уже получить не такая уж и проблема. Он намного дешевле стал. Практически за пак даже дешевле, наверное, думаю, можно его получить. Так, что тут у нас сегодня по шопинг спри? Сейчас просмотрим, чекнем, что у нас на шоппинг спри. Так, зефир. Ну, тут, по сути, единственное, что забирать, это десятые камешки, но это надо успевать. Так, две попыточки у нас здесь. Ну, нормально. Сундуки шестые за две попытки, и то лучше, чем все остальное на русском сервере. Так, давно я уже на этот аккаунт, как видите, не заходил. Ну, в принципе, не было времени на это. Коллекционер, но нам уже, по сути, коллекционер не нужен. Все, что нам надо, это просто дотестировать героев, разыграть. Я думаю, где-то неделька и 11-го где-то числа, как раз когда будут топовые акции, я его разыграю среди своих подписчиков. Такс, где там наш друг? Он нам тоже нужен будет для тестов. Я его сейчас подведу
точно так же, как и всех остальных. Так, ну мы изначально ему поставим, я уже показывал, для того, чтобы работало, надо Blade Dance, надо уклонение, то есть для танца лезвий. Если у вас нету уклонов, то, честно скажу, вам там особо ничего не светит с этим талантом. Он тоже классный, но у большинства ребят, ну, просто нету денег накачать нормальный уклон. Поэтому этот талант не особо будет заходить, а вот СО вполне. Приемлемо. Так, окей. Есть, есть. Делаем ему вторую эволюцию. Ну, видите, когда у тебя есть ресурсы, все намного быстрее происходит. То есть 5 минут, и у тебя герой уже на нормальной прокачке. Ну, такое пока возможно фактически на английском сервере, потому что на других серверах так расходники, ну и на АЭСе расходники не продают. Как видите, здесь и книг валом, куча всего есть. Делаем. Еще одну эволюцию. И, возможно, скоро будем начинать прокачку новой десяточки. Ну, я пока не знаю, посмотрим. С одной стороны, интересно покорить какой-то другой сервер там. А вы напишите в комментах, на каком сервере вы хотите увидеть следующую десятку. Кристаллов нам не хватает. Это опять же не проблема. Или проблема? Где наши кристаллы? А вот они. Вот так делаешь. 500 сундуков и 50 миллионов кристаллов у тебя есть. Так, окей. 96-й. Последний заходик, судя по всему. Вот так вот еще плюс один герой. 190, ребятушки, 190 мы получили как раз нового Доминатор 2. Новый титул, придется мой тестовый тоже докачивать до этой силы. Поехали, покажу, что тут есть интересного у нас на аккаунте. По героям 90-91, только нету разрухи, все герои остальные есть. Героев, которых я тестирую, они уже прокачаны на вторые эволюции. Ну, я восьмерки, иногда некоторых девятки, то есть тут герои подкачанные. Те, которых я не тестирую, они не докачаны. Таланты расставлены, в принципе, топовые. По расходникам здесь тоже все good. Смотрители я специально не открыл, чтобы они не мешали. И еще прибавят силы. Как видите, здесь ресурсов, чарок, в принципе, расходников хватает. Для того, чтобы комфортно играть, плюшки тоже есть. Я их пока не открываю. Вот еще такие плюхи. Мы пообменивали ресурсы, чтобы они у нас не мешали. В общем, как-то так. Питомцы тоже здесь топово прокачанные. Вроде как бы, сейчас я гляну точно, какие именно. Ну, редкие все, 35-й, 35-й, 35-й,
Обычные надо их еще будет докачивать. Ну, в принципе, это уже не есть проблема. Вот с первой. Видите, некоторых надо еще качать. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Доделаю и сразу же разыграю. Поэтому будет отдельный видос по поводу, что надо сделать. Поэтому не теряйте свой шанс. Это реально очень крутой аккаунт, топовый. И он может быть у одного из вас. Все, всем удачи, всем пока.